суре Юнус Аллах гласит: «Воистину, тем, которые не надеются на встречу с нами, довольствуются мирской жизнью и удовлетворяются ею, а также тем, которые пренебрегают нашими знамениями, пристанищем будет огонь за то, что они приобретали». То есть человек, пренебрегающий знамениями Божьими, это тот, кто доволен своим нынешним положением. Человек, который доволен собой и не хочет развиваться, это тот, кто довольствуется только лишь материальными благами, то есть пребывает в животном состоянии. Такой человек теряет надежду на встречу с Богом. И уделом такого человека есть вечные муки. Ад – это место пребывания тех, кто ограничили себя материальным миром, не обращая внимания на внутренний зов к духовному.